Всем привет! Пришла мне вот такая посылочка от GearBest, и там внутри находится стабилизатор для экшен камеры от Midgy. Покупал я именно на GearBest, потому что по непонятной причине на AliExpress какая-то неадекватная на него цена. Например, на GearBest цена, я покупал в евро, 92 евро, а на AliExpress она от 110 до 125 евро. Поэтому будьте внимательны, когда будете заказывать. Смотрите, где будет цена меньше. Так же, как и на камеру. Например, когда я заказывал, камера на AliExpress была дешевле почему-то, чем на GearBest. Но, опять же, смотрите по ситуации. Смотрите на цены и выбирайте там, где дешевле. Посылка пришла довольно быстро. Даже с учетом новогодних праздников. Где-то в районе 3 недель. Упаковочная коробка у Xiaomi, как всегда, на высоком уровне. И даже при такой упаковке простой, коробка не помялась нигде, не повредилась. Ну и сам продукт, я думаю, тоже в полном порядке. Давайте откроем саму коробку. Упаковка, как всегда, из белого картона. Нарисован товар, который внутри. Логотипы Xiaomi и Midgy. Есть наклейка с какими-то характеристиками. Давайте откроем саму коробку. Внутри у нас простая комплектация, стабилизатор, инструкция и USB кабель. Инструкция только на китайском, но по картинкам все понятно, можно разобраться и понять, как пользоваться стабилизатором. USB кабель для зарядки стабилизатора, micro USB. Похоже, такой же, как и на самой камере. И сам стабилизатор. Изделие очень качественно выполнено. Собственно, как и все товары Xiaomi. Я думаю, ни у кого никогда не было каких-то претензий. За свою цену они делают очень качественные товары. У стабилизатора эти части алюминиевые. Рукоятка из очень приятного пластика. И здесь силиконовая накладка для удобства держания. Давайте пробежимся вкратце по органам управления и что есть на самом стабилизаторе. Здесь у нас логотип, индикаторы зарядки, кнопка включения-выключения и запуска остановки видео, кнопка фото, джойстик. И индикатор еще один. С этой стороны у нас разъем для зарядки. Здесь регулировка экспозиции и кнопка управления. С этой стороны ничего. Снизу у нас есть крепление под штатив со стандартной резьбой. Давайте подключим камеру и включим стабилизатор. Чтобы подключить камеру, нужно отодвинуть шторку зарядки и аккуратно вставить камеру в стабилизатор. Затем закрутить нижнее крепление. Так, камера у нас установлена. Для включения стабилизатора нажимаем и задерживаем кнопку включения. Стабилизатор включился, через несколько секунд должна включиться и камера. Камера включилась. Стабилизатор работает
в режиме по умолчанию. При подключении камеры к телефону сразу обновилась прошивка на камеру и также обновилась прошивка на сам стабилизатор. Это говорит о том, что ребята из компании Xiaomi постоянно улучшают и обновляют программное обеспечение. Я думаю, что возможности у этой камеры и стабилизатора еще не все раскрыты, и ближайшими обновлениями будет все улучшаться и улучшаться их работа совместная. Как мы видим, на экране камеры появилась регулировка экспозиции и значок стабилизатора. Если его нажать, то можно увидеть настройки стабилизатора. Это режимы, в которых он работает. И еще какие-то дополнительные настройки. Выключение также происходит нажатием и удержанием кнопки включения. Регулировка джойстиком очень плавная. Экспозиция меняется. Тройным нажатием мы переходим в режим селфи. Камера поворачивается на нас. Двойным нажатием курка камера возвращается в свое первоначальное положение. В стабилизаторе встроена батарея на 5000 мАч. И его заявленное время работы 4-8 часов. Также он подзаряжает сразу камеру. Зарядка происходит в течение 4 часов. Вес устройства 340 грамм. С весом камеры получается еще вес камеры 99 грамм, где-то 440 грамм. Из минусов хотелось бы отметить, что данный стабилизатор совместим только с экшн камерой от Mijia. Надеемся, что в будущем появится еще экшн камера от Mijia с лучшими характеристиками и возможностями. Но сейчас это только для этой одной камеры. Еще из минусов хотелось бы отметить, что нет никакого транспортировочного кейса хотя бы для подвижной части, чтобы можно было спокойно положить в рюкзак и не переживать о том, что что-то сломается. Из плюсов хотелось бы отметить, что у этого стабилизатора полная совместимость с камерой Mijia. Вы скажете, что я сказал, что это минус, но это в то же время и плюс. Потому что у вас есть полное управление камерой, не только стабилизацией, но и камерой. Вы можете регулировать экспозицию, делать фотографии, начинать и останавливать запись видео. Также из плюсов можно отметить, что в самом стабилизаторе встроена батарея на 5000 мАч, что позволяет нам очень долго снимать видео. Очень хорошее качество продукта. Эргономический дизайн, небольшая стоимость, где-то в районе $200 вы получаете очень хороший комплект для съемки видео. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь. Всем спасибо, кто досмотрел до конца. До скорого!